понимает? Не, не сильно. Имя или громко скажи. Сергей Владимир. Запишу, Сергей! Меня Сергей зовут! Трехэтажного здания? Да, вот так. Блять, страшновато. Я же, блять, мужик! Я мужик! Я лечу. Яйцам больно. А мы так засмотрели. Как бы и упал. Не, стойте на ногах, все, стойте. Все, стою. И сюда подходим, ой, где получше. Яйца побольше. Оп, стоять. Давай, твои ощущения на камеру. Я промолчу, пока мы. Молодец. По факту мало кто так прыгает. Как, расставленными руками так? Нет, по факту времени стояния. Ага. Ну, да, да. Чем дольше стоишь, тем больше. Чем больше стоишь, тем страшнее на самом деле. Это реально. Ну капец вообще просто. Ощущения просто непередаваемые. Непередаваемые, блин. Не сравнить ни с чем, согласитесь. Вообще просто. Потом поорать решил, да? Да. Внутри просто у тебя все, он так как-то. Молчал, потом на маятник перешел. Я, правда, матом орал. А я песню пел. Знаешь, какую этого? Я жив, дорогая. Александр Поли, когда пролетел сквозь эту дыру Бэтмена, когда он попел. Вот я же тоже. Ла-ля-ля. Так. А он все это, мать его, записал.